Всем здоров! Продолжаем проходить код Вероника. И нам нужно отправиться к двери, которая требует вставить в нее ручку. Мы нашли ручку, короче, дверную. Нам тут теперь надо ее прикрутить. Так, игрушки Альберта Вескера так еще не исчезли, окей. Окей. Я почему-то думал, что если мы на нее не попадаемся, значит она исчезает. Но... не тут-то было. Так, у нас дверь находится, по-моему, этажом выше, если мне не изменяет память. Вот. Сейчас попробуем. Попробуем и взглянем. Так, окей, правильно, сюда. Сюды. Пробежим. Противоположно, дверь здесь сейчас у нас огонь горит, да, по-моему. Вот. Что у нас? Так, еще одна. Нифига, да сколько вас тут? Пипец. Жесть. Понапихивал тут. Ублюдок. Так, ладно. Вот она. Вот она, дверь. Сейчас мы взглянем, что там у нас интересного в этой двери находится. Я так думаю, это какой-то входной путь, наверное. Будет. Так, не понял. Балкон. Да ладно, смотрите, там патроны. Разломано. Мы типа это, на самом верхнем этаже, что ли, на балконе очутились. Так, смотри, что у нас здесь есть. А, возьми танк. Мы взяли танк. Окей. Вот такую вот игрушечку мы взяли, и мы знаем, куда ее пихать. Помню, да? Так, маленький танк на базе. На базе. Так. Возвращаться надо. Блин, опять через эти сейчас... альбертовские игрушки. Пробегать. Так, надо сейчас как-то выловить момент, чтобы пробежать мимо нее и не зацепить. Давай. Отлично. Ну, в принципе, я думал, будет сложнее. Это проще. Простого было. Так, окей. А, где у нас вставлять? Опять. А, только что вот где мы сейчас были сохранены, короче. Туда надо обратно бежать. Опять. На этаж 1Э. Сейчас пробегать мимо этой игрули. На нее даже не прицелиться, смотри, она даже не убить ее. Давай. Так, стопэ, давай, исчезай. Но! Долго будешь? Долго будешь светить? Падла. Блин. Ха-ха-ха, попался все-таки. Твою мать, а! Попался. Блин, я не хочу с охотником сражаться. Ну зачем? Ну как? Пипец. У нас ружья нет. Было бы ружье, было бы проще. Намного. Так, смотри, там что-то лежит. Документ, что ли? Так. Возьми, поверни ключ. Отличное название для ключа, конечно. Так, здесь файл. Окей. Секретный проход. Подземный проход ведет в мой дом и Алексей. Сильно поврежден.
который, наверное, сильно поврежден. Хотя я не могу позволить кому-то там смотреть на Алексию. Я не могу пользоваться проходом, который должен тоже делал местный. Что? О да, я думаю, я возьму тех заключенных и построю мост. Он будет шикарный, такой как Алексия. Конечно, я убью всех, кто строит мост. Так никто не сможет узнать, где наш дом. Но ничего, у меня будет меньше проблем. Когда мост построят, я запечатаю вход на конец, на конце прохода. Вход заперт диорамным рюком. Или рюком, рюком, крюком, шмюком, брюком. Это секрет нашего дома, Альфред Ашфорд. Короче, он построил проход. Тайный, короче, мост. Так, за дыркой что-то написано. Приведите 3 армии, дверь откроется. Короче, видите углубление. Похоже на то, что, помните, мы за Клер брали такие вот медальки, что ли, там. Вот. Которые ставили в аэропорту, там, в дырке. Вот. Я так полагаю, их надо забрать и поставить сюда. И тогда откроется вот это вот херотень, там рычаг, что ли, или что-то такое. Вот. Так, мы взяли ключ. Взяли ключ. Смотреть. Поверни ключ. Это ключ от проигрывателя. От проигрывателя? От какого проигрывателя? Окей. От какого-то проигрывателя ключ взяли. Так, ладно. Блин, там сейчас охотник. Ну ладно, чё, давайте попробуем пробежать просто, потому что сражаться смысла нет с ним. У меня ни патронов. Оп, отлично, отлично, отлично! Фу-о-о-о. Это было близко, это просто было близко. Так, на первый этаж. Так, куда нам? Где у нас какой-то проигрыватель? Давайте вниз. В любом случае, не знаю, надо что-то с ружьем еще сделать. Что-то вот надо как-то ружье, короче, нам добыть. Как-то сделать входной путь, что ли, или повесить что-то вместо этого ружья сюда, я не знаю. Обычно в играх что-то вместо ружья вешается обычным резидентом. Давайте, наверное, сразу возьмем на всякий случай ружье. Так, а здесь что у нас? Здесь у нас лаборатория, да, по-моему? Да, здесь у нас лаборатория. Так. Давненько не виделись, Крис. Альберт. Васкер. Васкер. Альберт Вескер. Ты все еще жив? Вескер. Что ты здесь делаешь? Я пришел за Алексией. Кто? Организация наняла меня, чтобы я поймал ее. Стой! Ты напал на остров. И на мою сестру. Умри, па. Ну, видали, видали, да, у него. Какие способности. Ты даже не представляешь, как я тебя ненавижу. Ты помешал моим планам, и поэтому теперь я продался новой организации. А теперь ты умри. А теперь ты умри. Как-то он так сказал. Получи, падла. Я хочу поведать тебе маленький секрет, Крис. Думаю, что теперь твоя сестра находится в Антарктике вместе с Алексией. Как жаль, что ты уже никогда ее не увидишь.
Какой злостный смех, а? Так, чувак, тебя спалили, короче. Текай. Алексия? О. Это, наверное, было больно. О, нет. Только не это говно. Да что в тебя? Убил? Убил. Падла. Два раза цепанул. Плохо. Патронов. Два патрона всего. Короче, Альберт у нас заражен Т-вирусом, поэтому у него такие вот сверхспособности появились. Он неуязвим там туда-сюда. Вот быстрая скорость. Так что, короче, он теперь крутой чел. Вот. Ну, в принципе, это до поры до времени, потому что Т-вирус имеет свойство менять форму своего носителя. Так, и хочу сказать, что нам повезло то, что нас не кинули вот в эту вот колбу. Туда, а то оттуда бы тиран, наверное, вылез. Потому что по нумерации похоже на тирановскую. Так, ладно. Вескер куда-то свалил. А нам надо двигаться дальше. Теперь нам главное, чтобы никто нам не попался. Либо аптечку надо. Так, коммутатор открывается. Ладно. Надо куда-то, короче, ставить. Тут аптечки у нас нет, да? Может, там завалялось где-нибудь, я не знаю. Здесь у нас ни черта нет, да? Угу. Так, а здесь мы не знаем, какую температуру. Здесь мы не знаем, какую температуру. Так, аптечек здесь нет. Блин, лаборатории аптечек нет. Что за нахер, а? Здесь-то в ящиках нет. Бог ты мой. Ну ладно, будем как-то, не знаю, вот по лезвию ножа бегать как-то вот на пределе, на самом. А стой! Вот здесь ключ нужен был, да, какой-то? Да, наверное, ключ. Это типа проигрыватель? Двинуть диск. Точно. Это, короче, такой большой проигрыватель. И мы сейчас двигаем диск. Жесть. Локализация, конечно, огонь. Так, окей. Я надеюсь, здесь у нас никаких монстров не будет. Либо хотя бы, не знаю, трава какая-нибудь. Давайте сдвинем ящик, чтобы он не мешал. Наверное, вот так вот. Пробежать мы можем? Можем. Все, отлично. Бежать мы можем. Так, смотри. Здесь... А, поняли, да, где мы находимся? Эта дверь на улицу ведет. А, эта дверь... Так, погоди. Здесь аптечки есть? Да? Да блин, давай еще сгори нахер здесь, в огне. Еще этого не хватало. И так херово, ты еще тут в огонь лезешь. Так, окей. Давай здесь... Оп, погоди. Лежать, падла. Так, патроны для ружья. Зомби, ладно. Зомби еще терпимо. Как-то вот. А вот если какая-то большая тварь вылезет, то это будет фиаско вообще. Так, окей, давай. А, ничего не осталось. Клэр, блин, как корова языком все слезала, весь лут, короче. А, сойдет из-за принтер. Еще там сойдет за принтер, короче. Ужасное состояние ветхости. Отлично.
такой раскардаш, короче, мы вернулись к раскардашу. Так, а здесь что-то есть? Блин, ну почему не аптечка-то? Ну нахера мне вот эти вот кислотные говно вот это? Не, конечно, не говно, но, блин, ну сейчас это, конечно, просто не очень нужная вещь. Лежать, падла. Так, окей. Ужасное падение. Ужасное падение. Ну, ладно. Пускай оно будет ужасно. Так, окей. Угу, там кто-то есть. Зомби. Окей. Не, конечно, игрушка местами, она очень сложная, да. Вот, у нее нету выбора сложности, но вот она местами вот как-то вот прям хардкорит. Так, вниз по лестнице. А вниз по лестнице что у нас? А, о! Погоди. Мы сейчас, по идее, должны... Да, газ сейчас убираем. У нас будет обходной путь. Все отлично, мы, нам больше не надо вставлять ружье, вешать. Добил я его, он сдох. Так, я просто не понимаю, где у нас зомби еще блуждает. Воу, 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 резвый, резвый, падла. Этого не надо делать. Погоди, погоди, погоди. Да что вы такие все? Голодные, что ли? Падай! Фу, чуть не схватил, а? Фу, отлично, добил. Все, с ними со всеми покончено. Блин, вообще все патроны от пистолета потратил. Ладно, три патрона. Ну, что делать? Ружье. Что делать? Ружье с тобой таскать. Так. Окей. Годи. Куда нам идти? Сюда. А, внимание, от перегрузок ломается. В случае аварии поднимите рычаг. Как показано, вентиляция продолжит работу. Короче, мы это все сделали. Окей, мы все подняли. Все это сделали. Вот. Так что нам это. Да, вот. Обходной путь. Так, значит, не сюда. Значит, нам надо идти в другую сторону. Все отлично. У нас теперь есть ружьишко, с которым мы не расстанемся, я думаю, больше никогда. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, тварь! Ух ты! Падла! Фига он спал. Опасно. Так, мне теперь срочно нужна аптечка. Очень срочно нужна аптечка. Это просто, это очень срочно нужна аптечка. Так. Ладно. Вот, а нафига я, блин, стоял и ждал, пока он встанет? Не чтобы добить его, пока он лежит. Так, здесь-то есть ничего полезного, блин. Давай мне что-нибудь полезное, ладно? Ничего не осталось. Клэр, блин. Все утащила, а? Заметки приклеены, ничего сверхъестественного. Охеренно просто. Просто ничего сверхъестественного. Рабочий инструмент есть, я могу изменить ГЛОК-17. Нихера себе.
Ну, сейчас еще и пистолет переделаем. Ну и далее у нас теперь крутой пистолет. И 18 патронов появилось. Улучшенный. Изменен Глок 17. Это измененный Глок 17. Все я... коротко и ясно, короче. Так, возьми мягкий альф. О! Препарат один взяли. Мягкий альфа. Химия для растворения расширенного сплава. Окей. Неплохо. Так. Нам нужна вот реально аптека. Либо сундук. А сундук, короче, знаете, где находится? Сундук у нас находится, блин, где пауки. Это пипец, как опасно туда идти сейчас. Диск остановился на верхнем этаже, дверь блокирована прибором охраны. Да пипец. Все теперь блокировано. Что-то сломалось с другой стороны, не могу открыть. Ну пипец. Везде западло. Ладно. Блин. Где же нам взять ящик поближе-то? У нас, по-моему, блин, только ящик встречался либо где пауки, либо где червя. Все, вроде больше нигде не было. Так. Сказал бедня. Это входной путь. Погоди, а у нас еще есть двери, которые ведут на улицу. Давайте туда сбегаем. Просто еле живой, да? Блин, трава-то есть, но не та трава. Кстати, я не понял, какого хера здесь был охотник? Я же не попадался больше ни на какие ловушки и тому подобное. Смотри, там желтая коробочка, может это аспирин? Наглотаться аспирина. Так, я надеюсь, там червяка нет. Твою мать! Убежать я точно не успею убежать от него. Пошли, короче, за аптечкой. Вернемся потом сюда. Нахер. Нахер. Погоди, а там? Пока мы будем до аптечки идти, там... Там есть у нас эти... Охотники там, монстры. Или только пауки будут. Короче, жесть, везде запара. О, просто уходим по лезвию ножа. Да, что-то... Вот сколько, да, проходил я резидент. По крайней мере, на канале, да. Вот такой вот жопушки не было. Так. Так. Где у нас?
где у нас находится. Так, здесь у нас охотник. По-моему, он сюда. Нет, здесь охотник. Идем, блин, самое главное не напороться, короче, на паука. Здесь, по-моему, кроме них никого не будет. Так, их там две штуки, я не знаю, попробовать пробежать. Блин, какой. Я реально нервничаю. Реально нервничаю. Если сейчас все получится, короче, мы просто сохраняемся. Так, свалил. Давай быстрее. Отлично. О, аллилуйя. Аллилуйя, где там? Нет, не сюда. Я хочу травы. Так, окей. Давай. Это мы выкладываем. Это мы выкладываем. Так, где там? Это мы выкладываем. Так, комбинируем. Где у нас там еще? Комбинируем. Так, погоди. Смешиваем. У нас супер крутая трава есть. Ее мы убираем. Патроны для... О, погоди, смотри, какая штукенция у нас тут есть. У нас, оказывается, клэровская пушка еще есть, да? Ну, пускай пока лежит. Так, кстати, может попробовать перезарядить. Подойдет? Нет. Нет, это для калаша, значит. Больше для калаша подходит. Так, окей. Где там патроны для дробовика? Вот так. Лечимся. Отлично. Просто отлично. Я чувствую себя на все 100%. Окей. И сохраняемся, дорогие друзья, наверное. Сохраняемся. И на этом я буду заканчивать. Вот, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот. Не забываем оставлять комментарии под видео. Я очень буду этому рад. И с вами был Валерий. Всем пока.